Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну что ж, ты знаешь, когда я увидела, что мы сегодня будем предлагать набор посуды, я сразу обратила внимание на борщ, который здесь кипит, ай, красуется. Ты знаешь, я когда вижу борщ, я сразу вспоминаю свою маму, потому что мама у меня очень вкусно готовит борщ. Так. И мой муж, вот это не обидно, правда, всегда говорит, что мама моя вкуснее готовит борщ, чем я. Хотя я беру ее же рецепт, дома все то же самое делаю. Я не понимаю, что я делаю не так. Почему у меня не так вкусно? Объясню. Потому что, Оля, у тебя нет правильной посуды, которая имеет многослойное термоаккумулирующее капсульное дно, которое сохраняет цвет борща, которое создает идеальные свойства, которое, кстати, имеет правильный сплав металла, который позволяет вам, друзья мои, удерживать даже вот этот вот вкус и нет привкуса металла. Экономить электроэнергию, и это самый многофункциональный набор посуды, потому что каждый предмет вы можете легко использовать не только на всех видах плит, но и даже в духовом шкафу. Да. Попробуешь тест-контроль? Ой, пусть моя мамочка не обижается, но этот борщ еще вкуснее. Он очень вкусный. Но я так подозреваю, действительно, он вкусный не потому, что Олег Сотников его готовил для меня, а потому, что это действительно хорошая, качественная посуда. Пойдемте, я вас познакомлю, что у нас входит в комплектацию. Самая большая кастрюля. Здесь будут получаться самые вкусные компоты, как из детства. Объем этой кастрюли 5,8 литров. Далее, смотрим. Итак, кастрюля чуть поменьше, 3,5 литров. Дальше кастрюлька у нас, смотрите, есть вот такая, 2,6 литра. Это все в наборе, вам ничего дополнительно покупать не нужно. 1,8 литра, вот такая маленькая кастрюля, которая пригодится для гарнира. Тоже 1,8 литров ковш у нас в комплектации. Фритюрная сетка. Да, то есть мы можем готовить блюдо во фритюре. Кстати, эта фритюрная сетка еще может выполнять функцию дуршлага, чтобы слить, например, макарончики. О, вот этот набор мне очень нравится. Во-первых, он выглядит очень эстетично и красиво. Ложки, поварешки, лопаточки. Но что мне нравится больше всего, что все в тон с нашей посудой. Набор для специй. Сразу 3 штуки. Перец, соль, ну и что-то, может быть, вы еще выберете. Смотрите, и сотейник, сковорода 24 сантиметра в диаметре, тоже входит в комплектацию. Итак, друзья мои, первый признак качественной посуды – это 50% приготовленных вами блюд. Это многофункциональный набор посуды, который можно использовать на всех, без исключения, видах плит, ну и, конечно же, отправлять в духовой шкаф, который… Ну вот давайте посмотрим. На примере мяса. Мы сначала сделали корочку, обжарили овощи и отправили в духовой шкаф. Обратите внимание, что весь сок остается внутри. Это говорит о том, что наша посуда имеет правильный сплав не только металла, но и правильное дно, которое удержит температуру. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно, которое было придумано специально для профессиональных шеф-поваров. Что оно вам дает? Во-первых, идеальные сочные блюда получатся не только у профессионалов, но и обычной кулинарки, которая только начинает готовить. Самое идеальное корочка и идеальное блюдо получается именно в этой посуде. Прекрасно, сочное мясо, Олег, гениально, потрясающе. Знаешь, когда ко мне приезжают гости, я всегда переживаю, получится, не получится, поэтому с мясом, как правило, не связываюсь, оно, как правило, сухое получается. То есть получается здесь, в нашей сковороде, идеальное мясо нам гарантировано. Совершенно верно, и не только мясо. Что такое пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно? Давайте, друзья мои, разбираться, что такое пятислойное капсульное дно здесь, в нашей посуде. Пятислойное капсульное дно, во-первых, нам позволяет равномерно распределить тепло. Раз. Второе. Позволяет нам сэкономить целостность блюд, в отличие от вашей посуды или от обычной посуды. Закипает на 30% быстрее. И самое главное, что создает эффект настоящего томления, то есть глиняного горшка. Многие не понимают то, что я объясняю, и, кстати, я готов даже доказать прямо в прямом эфире. Давай. Мы приготовили посуду, которая есть у многих. Это стандартное эмалированное покрытие. Мы решили на двух продуктах, именно на двух, принципиально показать. Мы готовим голубцы,
прекрасно получилось. Мы приготовить хотели тушеные томаты, и они у нас просто развалились и разбрелись. Но это ладно, полбеды. Но смотрите, что получается. Когда вы готовите в эмалированной посуде, у вас здесь попросту все пригорает. Ужас. Потому что эта посуда не имеет пятислойного термоаккумулирующего капсульного дна. Угу. Переходим на другую посуду. Казалось бы, очень похоже. Но здесь также не пригорает, но когда вы готовите голубцы, вы их перетушиваете, и они у вас просто теряют такой внешний вид эстетический, и очень получается это некрасиво, потому что эта посуда не имеет правильную терморегуляцию. Друзья мои, давайте перейдем к нашей посуде, которая имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. В отличие от другой посуды, эта посуда уникальна следующим. Вы сохраняете целостность блюд. Даже я хочу вашего внимания, смотрите, что я буду сейчас показывать. Я здесь жарил помидор, и при этом вы сейчас посмотрите на результат. Помидор у меня не развалился, вместе с голубцом тушился. Но самое интересное, вы обратите внимание, я выливаю, и у меня здесь ничего не пригорело, потому что эта посуда имеет правильный сплав металла и имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. В отличие от такой посуды, у вас никогда здесь ничего не пригорит. Если вы хотите идеальный результат, посмотрите вот на этот перчик, который не поссорился с фаршем. Посмотрите на этот цельный помидор. Именно такой результат будет каждый раз получаться у вас в вашей новой посуде. Целый набор, 27 предметов. Это предложение отлично подойдет для тех, кто переезжает на новую кухню, либо для тех, кто делает ремонт на кухне, либо, наконец-таки, для тех, кто решил поменять всю свою жизнь. Потому что кастрюли у нас у всех, подумайте, разношерстные. Одна из одного набора дожила лет так 20 уже, вторую недавно купили, ну годик ей, наверное. Вот такая посуда бытует на каждой кухне. А вы хотите изменить свою жизнь к лучшему? Вы хотите готовить вкуснее? Вы хотите идеальный набор посуды, который будет поднимать вам настроение всякий раз, когда вы просто даже будете смотреть на него? Тогда звоните прямо сейчас.